Ну, там Нюрса такая себе еще была. А где звук? Чижик-пыжик с закрывашкой. Давно чужих не было. Чё, блядь, Так, закрывашка? что где-то рядом. Вот он рядом уже. Игорь Фрат, он рядом. Это террор пропал, Подвал в блин. лачуге. Он чекает, это закрытый еды чекает. И ген в лачуге. Тогда я кусты Он ушел в чек. сторону лачуги. Он в лачугу пошел. Чекну кусты тогда. Че, он охренел, что ли? Не надо за мной ходить. А смысл тут ходить, если тут закрывашка, блин? Вопрос. Ну, потому что, как правило, фрую часто да. спавнится там закрывашка. Я в мане ничего не упомянул, он кажется здесь. Да, он здесь. Ой, у него пряничный человечек на крюке. Ты знаешь торговца булочками? Она замужем за торговцем булочками. Торговцем булочками? Торговцем булочками. Ой, Ярик сюда бежит. Да? А, кажется, да. Ничего страшного, я огибаю. Беги, беги, если надо. Да не, здесь побегу. Да? Что ты сделаешь? Здесь полежу чисто. Полежу. Буду. Побегаю. Блин, у меня скилл-чеки лагают. Понимаю, нашел. Поднимайте на мой, да. А он вообще по своим. Конечно, тэпу... ты пробил, ёб твою мать. По этой ерунде тэпается вообще? Ну, пока что нет. Вот и мне кажется, что нет. Может, у него челлендж? Да ну нет. За собой. Не понял, а ты где? Прикол, я тебя не вижу. Вон такой часть карты. Ярика, главное, вижу. По связи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, секучка. Понятно. Очередное боящееся генраша. А, вижу. Где-то ты снимешь или? Я рядышком с ним. С кем? Ну, да. Чужим. Нашим другом. Четырехлапом. С псиной сутулой. Мне снимать? Ну, походу возвращается. К реку? Ага. Ну, ты в шкафу что ли сидишь? Да. А кто улачи ставил? Я. Он у меня. Нет, ушел Катя. Катя выглядит. Да заебал, блядь. Какой Катя? Он где-то был, там, место сало. А. Он около лача. Пиздец, майн вообще. Остановился. У него какая-то херня на генике. Сломал его чугу, турельку. Не нашел меня в шкафу, ушел в мейн. Да не надо в мейн. Yes. Снова сгорел. На работе. Да, у меня и флешку словил. Пустящая корочка, да. Как мейн пойдет, скажите. Если увидим. Сука. Угу. Ничего нового. Никита, ну ё-моё. Сколько можно? Ну сколько можно, ёб твою мать. Блядь, секучка. В мейн.
Да, поднимайте. Поднимайте. О, я прям на него спрыгнул, охуенно. Спасай, Никит. Короче, ясно. Где опять поджарился? Видимо, там, где я стоял, там я вычинил. О, он бесшумный! Умелец? Ничего. Я чисто топ-топ слышал. Нет, почему он бесшумный? Интересно. Еще лучше, блять. Кроме умельца разве что-то дает бесшумность? Да, возможно, его шейн, я так думаю. Может, аддон какой-нибудь. Но гены он не трогал, блин. Он не мог быть из-за генов. Бесшумно. На четверенке встал, ну чел. Что за херовый? Так, я пошла туда. Случай. Там еще один ген. Что это было? Просто чисто сам на шампу. Сам на шампур, ты сказал? Угу. Что-то на французском. Натянулся. Опа, обидел, что ли, меня? Почему он был бесшумным? Не, не видел. Хороший вопрос. Блять, видел? Спасайте, Ярик. Я знаю, где Никита, поэтому Никиту подставлять не буду. Еба промазал, еба дрочит. Можешь чинить, я это, я сам выхилюсь. Блять. Не успела полицию скинуть. Ладно, так и лучше. Блин, сейчас секучка опять заебет. Ну да, пиздец, блядь. Никит, не спасай. Я ебать, спасаю. Что у него за скорость, блядь? Только аккуратно, тут пока этот крутится. Ярик. Игорь. Вот как это поднимать, интересно? Так, а меня никто не спасает, да? А, ты себе висишь, да? Ну, как бы, да. Бегу. Не успеешь стадию. Ой, просто. Я тоже иду. Бля. Я, кстати, не один иду. Да давайте уже подыхаем, да пошли дальше, пизду. Да, согласен. Да ладно, успел. Красавчик. Кое-что проверить хочу. В смысле, нам три гена осталось учить? Ой, черт, точно, я про дырки забыл вообще. Никита, что ты делаешь? Да быстрее слиться уже хочу, заебали. Я что-то смотрю, ты в шкаф залез, на скорости вышел, думаю, что за хуйня. О, генерал. Да, есть там такое.
где он, блядь? У меня где-то. Все, ушел. Я была там, где ты вычинил ген. Он около лачи. Прется. Ого. Уже к себе идет. Хорошо, генчик вычинил. Как я его вот так вот. Балай, за Катей пойдет с ней. Да ладно. Сливайся нахуй. Ты сливаться будешь? Слышишь, что? Вот мне вопрос. Почему, когда его обжигает, он не бросает меня? Потому что уебан. Ну вообще должно. Ему же хвост отрывает, а не лапы. Ну да. Нет, а то, что въебало пламя, да, ничего страшного. По логике вещей он должен выронить, блядь. Смотрите, как ворона сидит в текстурах. Чисто, блядь, застряла. Ты можешь подождешь, пока... Вот. Люк где-то на карте, Катя. Спасибо. Он уже на нем стоит. Да, может быть. Ой. Точно стоял. Ай, не попало. Не скидывай, пробегай. Подвал беги. Конечно. Иди-то нахуй. Что за, блядь, собака суповая? Выпустят сейчас. Да. Вон, куда? Видишь, выпускает. Знаю, как дорогу через верх. А, точно выпускает. Покажи ему средний палец. Я не могу, нет такой кнопки. Ща ударит, смотри. Ща, целится, смотри. Смотри, целится, смотри. Смотри, сейчас ударит, смотри. Ну ударит ведь, ну смотри. Сейчас откроется, и ты упадешь. Ну ладно. Чертик. Ну, кстати, им не укрыться, да. Он прям в лачуге ударил, сразу меня нашел. Почему мы его не дотянули? Ну, его... Уделали.